На кадрах камеры видеонаблюдения женщина отвязывает собаку от перил супермаркета и уводит. Это не хозяйка таксы, а ее похитительница. Вот она уже вместе со своим приятелем ведет животное к себе домой. В полицию обратилась 48-летняя москвичка с сообщением о краже собаки. По ее словам, она оставила животное возле супермаркета на Дмитровском шоссе и ушла за покупками. Вернувшись через несколько минут, женщина обнаружила пропажу своего питомца и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 16 тысяч рублей. Дело не в деньгах, говорит хозяйка собаки Татьяна Сергеевна. Такса Ника – полноценный член их семьи. У меня слезы были, ребенок плакал. И начали вешать уже объявления за вознаграждение. Объявления не понадобились, и платить тоже не пришлось. Похищенную собаку нашли стражи порядка. Когда полицейские опрашивали потерпевшую в ее квартире, злоумышленница и украденная такса находились буквально через стенку. Похитительницей оказалась соседка Татьяны Сергеевны. Оперативники быстро вычислили ее. Женщина призналась, собаку приметила давно, а тут и случай подвернулся. В отделе полиции женщина раскаялась, призналась, такса ей, конечно, очень понравилась. Но украла она ее не поэтому. Продать хотела собаку. Не работаю, деньги нужны, чтобы жить. Не на что жить мне. Решила продать таксу, украсть. Знаю, что дорого стоит. Покупатель есть на них. За кражу собаки женщина рискует отправиться за решетку на срок до 2 лет. А таксу стражи порядка вернули хозяевам. Боится, что теперь ее потеряют. Нет, тебя никто не потеряет. Елена Бабаева, Петровка, 38.